Мы с вами в городе, где прошло детство Аркадия Гайдара. Вот здесь, по этим улицам, ходил будущий детский писатель. Вот дом, где жил Аркадий Петрович. А это знаменитый пруд, где проходили морские сражения, описанные в повести «Школа», которые в значительной степени автобиографичны. И в главном герое Бориске мы легко узнаем самого Аркадия Гайдара. Мать поцелуй! Время, брат, идет веселое! Фильм поставлен режиссерами Басовым и Корчагиным. Стой, кто идет! Стой, стрелять будем! Бориска! Аркадию Гайдару было всего 14 лет, когда он ушел в Красную армию. А в 15 он уже командовал ротой, батальоном, а потом и полком. Он так любил Красную армию, что думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 24 году, когда ему было 20 лет, его по состоянию здоровья зачислили в запас. Он написал отчаянное письмо народному комиссару Михаилу Васильевичу Фрунзе. Прославленный полководец увидел в строках этого прощального письма Голикова незаурядное литературное дарование и посоветовал заняться литературной работой. Так вскоре красный командир Аркадий Голиков стал детским писателем Аркадием Гайдаром. Особое место в творчестве Гайдара занял кинематограф, когда юные герои его книг вышли на экраны. Фильм режиссера Савченко. Вы только смотрите осторожно, чтоб сено не подпалить, а то еще сами сгорите. Ты будь осторожен, как бы кто не заметил. Ну вот еще! А вон за печкой. Видите? Вижу. Дай-ка еще обойму. Нет больше обоим. А в револьвере еще два. Это последние два. Нельзя их выпускать. В плен нас возьмут. А всю жизнь запомни, Сашко. Бороться надо до последнего вздоха. Патронов нет, есть клинок. Правую руку отрубят, бери клинок в левую. Левой не станет, зубами грызи врага. Вот так живи на свете. Вот так жить буду. Режиссер Федорова поставила фильм по повести «Дальние страны». Каждый день Петька и Васька провожали поезда.
сразу не остановится у нас поезд. Все мчится в какую-то далекую страну. В Сибирь он едет. Ну вот в их край приходят удивительные смелые люди, геологи. Из этой земли получается металл. И какой металл? Красавец, легкий, прочный. Алюминий. Во! И полетят, друг Васька, когда-нибудь во все концы света аэропланы, созданные из ваших глин. Так новая жизнь ворвалась в край Петьки и Васьки веселым грохотом стройки. Артек – легендарная пионерская страна. Во времена Аркадия Гайдара Артек только становился на ноги. Тогда здесь было два лагеря – верхний и нижний. А сейчас их здесь 10, каждый со своим названием. Сегодня это большая многонациональная пионерская республика, известная не только в нашей стране, но и далеко за ее рубежами. Здесь Гайдар написал свои дальние страны, а несколько лет спустя он избрал Артек местом действия для нового сюжета. Режиссер Маевская. Сын рукою смелой выхватит кинжал. Слюшины, зверюшины мигом задрожат. Только нам не страшно, мы с сынишкой двое. Оба мы солдаты, оба мы герои. Оба. У тебя когда-нибудь случалась беда? Нет, не случалось. А что, Алька? А у меня очень-очень большая случилась беда. Только я тебе про нее не сейчас расскажу. Тогда расскажи про что-нибудь другое. Какую-нибудь историю. Я не знаю историй. Я только знаю одну сказку. Это смелая военная сказка. Расскажи мне эту смелую сказку. Ну ладно. Ну, слушай. Фильм режиссера Шерстобитова. Те давние-давние годы жил-добыл мальчиш по прозванию Кипальчиш. Что ты улыбаешься, гадкий мальчиш? Отвечай да поскорее! Есть и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда бы вы ни напали, не будет вам победы. Есть и несчастливая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете. И не будет вам, поганым буржуинам, покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Может быть, и замысел о судьбе юного барабанщика возник у Аркадия Гайдара здесь, в Артеке. Постановка режиссера Эйсемонте. Thank you.
у нас выдаст. Боюсь, что уже выдал. Эй! Самых маленьких. Гайдар написал едва ли не самую лучшую свою книгу. «Чук и Гек». Режиссер Лукинский. А где папа? Ничего не понимаю. Ну ладно, вы караульте вещи. А я пойду посмотрю, где он. Нас не встретил. Почему? Да он, наверное, не получил телеграмму. Нагик. Но мы поедем к нему с этим дядей. Высокие кедры над нами, повсюду снега и снега. Вторую неделю бушуют метели, шумит за окошком тайга. И где бы ты не был, всегда над тобой московское небо с кремлевской звездой. Поедешь на север, поедешь на юг, везде тебя встретит товарищ и друг. Моя Москва, ты всем близко. Будь смелым и честным в работе своей, и всюду ты встретишь друзей. В предвоенном 40-м году Аркадий Гайдар пишет киносценарий, а затем и книгу «Тимур и его команда». Постановка режиссера разумная. Что это все значит, Тимур? А это значит, что из этого дома ушел человек в Красную армию. И с этих пор этот дом под нашей охраной и защитой. А у тебя отец тоже командир? Да. Значит, ты под нашей охраной и защитой. Работайте, работайте. Я его в саду задержу. Хорошо, детский.
Давайте к делу. В саду дома номер 24 ночью неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. Дом красноармейца Крюкова? Да. Кто у нас бывший специалист по чужим садам и яблоням? Я. Кто это мог сделать? Ребята из компании Мишки Квакин. Это их работа. Опять Квакин. Артем, у тебя с ним разговор был? Был. Ну. Дал ему два раза по шее. Ну, а он? Да. Ну, и он мне по затылку стукнул. Эх, у тебя все по шее да стукнул. А толку никакого. Ладно. Квакиным у нас разговор будет особый. Мне хотелось бы, чтобы когда-нибудь о нас сказали так, что вот где были такие люди, которые назывались детскими писателями, а на самом деле растили краснозвездную крепкую гвардию. Фрагменты фильма «Остаюсь с вами». Режиссер Вознесенский. Тысячи тимуровцев встали на защиту своей родины. Октября 1941 года на левом берегу Днепра, возле села Леплява, неподалеку от Канева, героически погиб писатель и воин Аркадий Петрович Гайдар. Ему осталось пройти всего 20 шагов, последних шагов его жизни. Его 20-й шаг спас отряд. В Каневском парке, который носит имя писателя, есть библиотека-музей Аркадия Петровича Гайдара. Здесь собраны драгоценные реликвии, связанные с жизнью и творчеством любимого детского писателя. Здесь и личные вещи Аркадия Петровича. Здесь и его книги, изданные на разных языках народов мира. Герои Гайдара – это время и сама жизнь. Ребята, писателям, большевикам.